Здравствуйте, сегодня я буду готовить очень вкусную творожную запеканку. Творога я взяла 600 грамм, это две вот такие упаковочки по 300 грамм. Добавлю сюда одну полную столовую ложку меда, столовую ложку сметаны и все взобью блендером. Теперь нам надо отделить белки от желтков. Яйца у меня хорошо вымыты. Белки надо пока поставить в холодильник, а в желтки добавить 50 граммов сахара, это 2,5 столовые ложки. И растереть блендером. В творожную массу я добавлю растертые желтки. Пятьдесят граммов манной крупы. Это 3 столовые ложки. И все перемешаю. Полученному тесту надо дать постоять 15 минут, чтобы манка слегка набухла. В белки я добавлю щепотку соли и взобью миксером до устойчивой пены. Добавлю белки в творожное тесто. И все аккуратно перемешаю. Жаропрочную форму я смажу сливочным маслом. Оно у меня мягкое. Посыплю манной крупой и распределю ее по поверхности формы. Это делается для того, чтобы запеканка не пригорала. И выложу тесто. Теперь форму надо накрыть фольгой. И поставить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Через полчаса фольгу надо снять. И поставить запеканку в духовку еще на 20-30 минут. Тут надо смотреть, чтобы она хорошо пропеклась и зарумянилась. Без фольги у меня запеканка стояла еще ровно 30 минут. И вот она готова, хорошо зарумянилась. И теперь ей надо дать немножко остыть и уплотниться. А для красоты и сливочного вкуса я смажу ее сливочным маслом. Запеканка отстоялась, и можно ее нарезать и подавать. Такая она красивая на срезе, очень вкусно пахнет. Запеканка очень вкусная, в меру сладкая, с тонким медовым ароматом. Подавать ее можно с чем угодно, с медом, с вареньем, со сметаной или сгущенкой. Приятного аппетита!